ТикТоке. Hello. Hey, what's up? Hey, what's up? How are you? How are you? Yeah, I'm fine. How are you? We are fine too. How old are you? What's the purpose of your interest? Это не хороший вопрос. Такие нельзя задавать вопросы. Just для справки. Просто interesting. Just interesting. Просто. Но она просто не знает больше никаких вопросов на английском, поэтому задает глупые. Да, я да. говорю. Я говорю то же самое именно. Вы из какого города? Из Москвы, а вы? Я из Калифорнии, маленький городок один. И мы как знаем, вам жизнь в Америке нравится? Жизнь в Америке мне нравится. Слушайте, было расскажите лучше, как вам нравится ваша жизнь в России сейчас. Ну, довольно-таки нравилось. Но сейчас довольно-таки все непонятно происходит в мире, и непонятно, что будет дальше. Но пока все отлично. Пока все отлично, это сколько? Еще неделю будет отлично, месяц, как вы думаете, сколько? Не знаю. Непонятно, я же говорю. Как вы думаете, чем война закончится между Россией и Украиной? Не знаю. Мне кажется, эта война еще недолго пробудет. Да, я думаю, что было бы хорошо, если бы она недолго пробыла, как ты сказала. А чем она закончится? Как вы Мне думаете? Мне кажется, что Россия возьмет свое, но потом у России будет, мне кажется, много экономических проблем и вообще и прочих. Что такое Россия возьмет свое? Можешь... Ну, добьется того, чего хочет, чего она там хочет. А что Россия добивается? Это классный вопрос. Ну, что она хочет? Насколько я знаю, Россия добивается того, чтобы Украина признала, что Крым наш, и независимость ЛНР и ДНР. А еще что-то или нет? Демилитаризацию и... Вот, что-то. Как ты себе представляешь демилитаризацию? Это как? Как вот она должна проходить? То, что Украина там должна признать ЛНР, ДНР и Крым, это как бы довольно... Вот я представляю себе. А это демилитаризация это как? Это уже признали. Ну, вроде, чтобы нейтральная была территория, там нельзя было ничего размещать. Кто признал? Кто признал? Россия, Украина. Украина признала Крым и ЛНР, ДНР? Чтобы Украина приняла демилитаризацию и что-то такое. Каким образом демилитаризацию Украина может принять? В чем это будет выражаться? Ну, чтобы стало нейтральной, что-то такое. Ну, то есть ты не совсем себе представляешь. Ты вот с телевизора тебе зашли вот эти слова, и ты вот такими штампами сейчас говоришь, но не совсем представляешь, что это такое, правильно я понимаю? Не, я представляю, но мне сложно. Ну, расскажи мне, расскажи, пожалуйста, чтобы я тоже понял, что ты имеешь в виду. Как-то занудно. Я понял.